dvhub.ru. Порода еще появился. Волосатый у нас мамка. Сейчас я спрошу, я думаю, что это все. Угу. Знаете, как кушают. Это у нас французский баран. Это у нас французский баран. Мы вот породу меняли. Вот. Они базовые, мясные, такие хорошие. Вот. От них хорошие дети рождаются. И приятно, ну, как бы смотреть. И мясные такие все. Какие у них гастрономические, вот, ну, скажем так, пристрастия у кролика? Это вот травки всякие. Ну, и сухари мы, овес. Огороде растем там, огурцы там даем. Ну, всякие такие вещи. А капусту? Капусту. Только сухой. Да, эти бараны очень спокойны сами по себе. А есть тут много породы. И калифорнийский великан, они тоже спокойные. Есть бабочки. Ну, они такие, ну, не любят ласки. Они такие дерзкие сами по себе. Есть великаны простые, есть дальневосточные великаны. Они спокойные, и мясные породы такие хорошие. Я уже, ну, полтора года тут занимаюсь кроликами. Ну, и раньше и дома занимался, где я жил. Вот. И они, ну, как бы, всегда, ну, как бы, внимание уделял на них. И нравятся мне они, ну, очень. Сколько у вас в хозяйстве вот этих кроликов? О, здесь 280 голов кроликов. Вы каждого прям знаете, да? Да, каждого знаю. Каждый из моих рук проходит. Про 600 цифр это что было? Говорили, 600 голов. И имена им даете? Да, это носик. А покажите его. Почему носик? Он, ну, у него в детстве нос откусили, ну, укусили друг друга. Поэтому его носиком назвали. А ему сколько? Ему сейчас, ну, 2 года. А, Юсуф, скажите, а вы давно здесь? Какой у вас срок вообще? И по какой статье? 7 лет срока. Угу. Я уже 4 года сижу. С них вот год и 7 работаете крольчатники. А раньше тоже занимались кроликами? Да, и дома держал себя. А сколько еще сидеть? Мне еще 3 года сидеть. Угу. Скажите, вот говорят, что в этом году прям какой-то бэби-бум, да, у кроликов? Но... Расскажите про это, почему так получилось? Я не знаю, может, погода такой, ну, прохладная получилась, лето, поэтому они так, это самое, начали размножаться много. Вот у каждой крольчихи по 10 даже детей. При мне было, вот, до 18 детей родили. Это редкость? Это очень редкость. Тут, ну, раньше не было, когда я пришел тут. По 4, по 5, ну, много и это самое убивали. А сейчас, ну, они такого нету. Сейчас кровь, ну, как бы, других самцов, ну, как бы, купили. Они другими стали совсем. И базовые, и, как бы, мясные. Расскажите, какие породы здесь есть? Вот самые плодовитые, вот какая вот порода? Самые плодовитые, вот сейчас получилось дальневосточный великан и французский бараны. Они самые плодовитые такие. Получается, с этого года решили обновить породу, завезли 2 новых самцов, осеменителей, грубо говоря. Это, значит, французский баран и дальневосточный великан. Ну, результат, в принципе, мы видим уже. То есть увеличился приплод, увеличился и вес самих кроликов, то есть мясистые породы. На сегодняшний день у нас стадо порядка 300 голов, значит, у нас производится реализация на сторону, то есть любой гражданин желающий может приобрести это мясо. У нас имеется объявление, то есть и на Авито, и на всех площадках данного кипа. А, значит, в прошлом году осуществлялась практически централизованная поставка на рестораны города, то есть через контрагента, коммерсанта. То есть было реализовано порядка 200 голов в прошлом году. А также могут осужденные заказывать через стол заказов. Виде это будет кролик весом около 2 килограмм, он будет приготовлен, то есть либо зажарен, либо потушен по желанию. dvhub.ru